я-то в это число, как бы сказать, не подхожу. Я чуть не стал обманутым дольщиком. Ускользнули. Ускользнули. Мы будем хохотать над ними еще долго-долго. Все, спасибо большое. Вы знаете, Сергей, вот они вот дождутся на самом деле, что у народа когда-нибудь терпение закончится, Никогда не закончится. И народ объединится и пойдет против власти. Никогда не закончится. В 93-м году расстреляли к чертовой матери. Я думаю, это надолго. Знаете, Хинштейн, он главный подольщиком. Это Путин должен сказать на вопрос, обращенный к нему. Дело в надежных руках. Залейте, Владимир Владимирович, на пресс-конференции. А вы позвоните Хинштейну, он главный подольщик. А еще какие вопросы? Подожди, слушай меня. Значит, прошу вас обмануть дольщика с другой. Уважаемый Владимир Владимирович, вопрос касается состояния дорог в России. Спасибо. Когда будет рассмотрен закон об уголовной ответственности за несоблюдение технологий строительства дорог общего пользования? Когда? Отвечай. Нашел кто? Никогда. Это проблема давно уже существует. Эта проблема заключается в следующем. Вообще асфальтовых дорог, которые называются шоссе. Их новых, так их и нет. Не существует, например, в Соединенных Штатах не существует. Асфальтовых дорог. Ну, например, просто вот я тебе отвечаю за Путина, Да. Например, в Соединенных Штатах Америки, это страна такая, ну не важно. Значит, там асфальтовых дорог, которые назывались бы шоссе, я не видел ни разу. Может, и есть, но там есть хайвей только, да? А нет, они делают из бетона. Делается из бетона, рифленого. А вот это то, что вдаль уходит, на желтый, там желтый такой, как бы пустыня. И такая вдаль дорога, и мотоциклист по ней едет. Бетон. Это что? Нет, хорошие дороги, в которых больше там, чем два ряда, делаются из бетона. Асфальт делается только временно для объезда, потому что асфальт не считается надежным материалом. Асфальт, конечно, он продавливается, говно.